Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте поговорим про Хануку, в которой мы сейчас находимся. Про замечательный, веселый, радостный и таинственный праздник Ханука. Для того, чтобы понять суть этого праздника, надо вспомнить исторические события. Очевидно, надо начать с того, что когда вот фаланги Александра Македонского вошли и начали крушить старые царства, которые опирались на достаточно, ну, старый мир, как говорится. Начали исчезать царства, империи. Древние народы молились своим башкам, там новый пришел, героев империя пришла. И хотя просуществовала она достаточно недолго, мир стал другим. Новая вот эта вот просвещенная эллинистическая культура стала во главе всех народов. Они, все эллины, смеялись над своими башками, очеловечили их, придали им, так сказать, человеческие там качества и характер, сбросили с пьедестала. И они сказали, что мир — это только законы из природы, не подвластного человеческому интеллекту ничего нет. Короче, человек, все для блага человека. Они не видели ничего божественного в мире, ничего такого мистического. Они опирались на собственный разум, на собственную философию. Они знали, как управлять этим миром. Так родился новый культ, который называется культ человеческого тела, человеческого разума. Эту идеологию греки принесли во весь завоеванный мир, и в частности в Иудею, в землю Израиля. Конфликт вот этих двух образов жизни, еврейского и эллинистического, он был как бы неизбежен. И он произошел, вот когда в наследник Александра Македонского, сирийский царь Антиох IV Епифан, правил своей вот этой провинцией. Они долго пытались там евреев там давить и заставлять их делать то, что им хочется, не очень получилось. Но тогда, когда они идеологически проиграли, они начали применять уже административный ресурс, то, что называется. И они запретили три заповеди. Шаббат, обрезание и освящение нового месяца. Очень странные такие вот три заповеди. Казалось бы, ну, если шаббат и обрезание — это важнейшие заповеди, то освящение нового месяца, в чем тут вопрос? Но они были не глупые, эти греки. Они прекрасно понимали, что иудаизм — это религия времени. И что многие заповеди, связанные именно со временем, имеют глубочайший смысл, изменение месяцев года. И короче, эта заповедь символизирует власть над природой, которую Создатель дал тем, кто хранит вот законы его Торы. Эта заповедь была первой. Теперь что произошло? Да? Что произошло? Шаббат — это день полного покоя, когда отказ от всякой производительной работы. Он противоречит и пониманию греками природы. Ведь в физическом мире нет ничего подобного. Бритмила, обрезание, свидетельствует о несовершенстве самого человека, что греки тоже отрицали абсолютно. А освящение нового месяца — это власть над природой. И вот тут вот евреи поднялись. Поднялись абсолютно невооруженные ешеботники какие-то, учащиеся, против величайшей армии, и победили. Вот Ханука — это такой праздник, праздник необычного, праздник света, праздник чуда. Ханука приходит осветить, кстати, не только нашу жизнь. Мы выставляем всегда менору, зажигаем у окна или на пороге дома, чтобы свет, исходящий от нее, разгонял хоть немножко тьму и освещал окружающее. Ханука напоминает нам, что мы можем и обязаны влиять на состояние мира, в котором находимся, на состояние нашей семьи, нашего окружения. От огонек берете, зажигается другой. Но первое от этого не уменьшается. Так и человек, радость, когда радостью делится, там, его силы не убывают, наоборот. День за днем немножко добавлять света самому себе, вокруг, и освещать это все, хотя бы зажигая один огонек в день, посмотрите, это будет сияющий мир. Кстати, обратите внимание, на Хануку зажигаются ханукальные свечи. И при этом обязательно произносят какие слова? Благословен ты, Всевышний, совершивший чудеса ради наших отцов, и дальше, внимание, в те годы, в это время. Вот такое необычное сочетание. Нигде оно больше не повторяется, только в Хануку. Это значит, что наши мудрецы много лет назад, тысячи лет назад, несколько тысяч лет, постановили, что при зажигании ханукальных свечей правильно произносить именно такие слова, понимая, что все это распространяется на, как тогда, наше время. Каждого из нас, не думайте, что это древнее, каждый из нас зажег свечку, ты выполнил огромнейшую работу духовную. Ханука — это праздник, когда надо рассказывать, что, кроме того, что ты пончики кушаешь, о чуде. Рассказывать о чудесах, которые Всевышний творил, начиная, понятно, с Хануки, и заканчивая чудесами, которые происходят с каждым из нас. Да, надо всмотреться в свою жизнь и увидеть, что у каждого из нас в жизни были много-много чудес, маленьких и больших.
которые иногда мы не замечали, иногда и замечали. Так вот сейчас самое время в праздник Ханука о них вспомнить, самое время в этот праздник рассказать об этом людям. И, вы знаете, надо улыбаться в этот праздник, всегда надо улыбаться, но в Хануку это просто заповедь, это обязанность, радоваться, улыбаться и освещать мир, немножко добавляя в него света. Брахава от слаха, всего самого лучшего.